Что ты подлец, а не она. А в чем подлец-то? Расскажи, пожалуйста. Что я не имел намерения. Подлец в том, что смотри, тебе сколько лет? Ну, взрослый мальчик. Ты трицуля уже. Ты же должен головой понимать, если ты начинаешь с ней спать, она, конечно же, привяжется. И, конечно же, у нее появится чувство. И, конечно же, она захочет чего-то большего. До этого 3 года она встречалась в отношениях, жила с парнем. 3 года. Мы с тобой разошлись, прошло время, ты вступил в отношения, я вступила, но не получилось. А какой вы любви мы с тобой начали общаться, помирились. Ну вот, смотри, Маргарит, в этом плане я могу согласиться с Иваном. Мы расписались, но до этого она жила с парнем. Получается, что ты подлец, а не она. А в чем?